Растет скандальный градус вокруг кандидатов в президенты Франции. Накануне ультраправую Марин Ле Пен комиссия в Европарламенте лишила неприкосновенности за снимки ИГИЛ в Твиттере, которые она имела неосторожность публиковать еще в 2015 году. А в ближайшее время вопрос поставят на голосование. И вот сегодня ее главный конкурент Франсуа Фийон получил повестку в суд. Я напомню, это дело касается расследования финансовых махинаций, где главный фигурант – это жена Фийона, Пенелопа. Следствию удалось выяснить, что она числилась помощником депутата парламента, получала за это зарплату, но никакой работы не выполняла. Все эти обвинения Фийон опровергает, и несмотря ни на какие уголовные дела, не намерен он сходить с предвыборной дистанции.